Студентка первого курса СГЭУ хочет связать свою карьеру с госслужбой. Уже сейчас девушка у себя в университете ведет активную общественную деятельность, а в будущем хочет развивать молодежную политику в регионе. По ее словам, проект «Госстарт. Диалог» – прекрасная возможность познакомиться со службой изнутри, благодаря личному общению с руководителями органов власти. Это хорошая возможность пообщаться с интересными людьми, узнать что-то новое, вникнуть в тему политики и государственного управления. Проект «Госстарт. Диалог» является частью большой программы «Госстарт», инициированной президентом России. Она направлена на вовлечение молодежи в государственную и муниципальную службу путем стажировок в органах власти студентов и выпускников вузов и СУЗов страны, наставничества, а также личных встреч с представителями органов власти. Самое главное, как говорится, набрать кадровый резерв на государственную муниципальную службу Самарской области. Вот через личный пример, через общение с государственными деятелями, экспертами в сфере государственного управления, молодые люди понимают, что их ожидает дальше, и во время учебы уже проходят у нас стажировку. В рамках проекта в Самаре запланирована серия встреч с руководителями органов власти области. На одну из них пригласили руководителя Департамента информационных технологий и связи Самарской области Константина Преснякова. Передача наших жизненных ценностей подрастающему поколению, экстраполяция того, как видим мы окружающую действительность, как мы видим и воспринимаем, какие качества мы используем для в работе, в своей профессиональной деятельности, на мой взгляд, это самое важное. В ходе встречи приглашенный гость поделился историями своего карьерного пути и ответил на все интересующие студентов вопросы о госслужбе. Галина Топилина, Николай Епифанов, «События».